всем, меня зовут Андрей Подгорный, я фотограф из Казани. Профессионально занимаюсь свадебной и семейной съемкой около 8 лет. За это время Sony для меня это уже четвертая система. Я снимал на Canon, на Nikon, на Pentax в последнее время. И как только я узнал об... даже не об этой системе, а конкретно об этом объективе. Речь сегодня пойдет о объективе производства компании Carl Zeiss Batis 85 мм 1.8. Потрясающий портретный объектив, который сочетает в себе все новшества современного производства этой фототехники. Вот, потрясающая разрешающая способность, рассчитана на матрице с очень большим количеством мегапикселей, потрясающая у него резкость, боке просто волшебная. Вот, и можно сказать, именно из-за этого объектива я и решил начать снимать на беззеркальные камеры. У нас сейчас Sony 7R первой версии, 36 мегапикселей. Как раз видео мы и записываем именно с этой системы. Вот. Ну, давайте долго тянуть не будем и представим вашему вниманию этот объектив. Шикарная коробочка. Впервые вижу такую красоту. Ну, действительно, занятие фотографией дало мне ценить вот эти вот красивые, именно красивые вещи. Вот. И как раз-таки сама упаковка, она дорого стоит. Вот приятно, когда ты заплатил большие деньги и получаешь вот такой вот прекрасный, красивый продукт. Вот такая вот коробочка, очень красиво она оформлена, логотипы. Вот. Открываем. Достаем аккуратненько. Внутри у нас под чехлом находится сама основная коробка. Здесь представлена схема объектива, как расположены линзы. И открываем. Вот. Здесь вот у нас, ну, впервые, опять же таки, вижу, в чем отличие среди многих систем. Это вот, ну, настолько аккуратно, настолько бережно все сделано, что при перевозке, чтобы объектив сохранил именно свой первозданный вид. Все в пакетиках, в чехольчиках. Давайте откроем. Вот бленда от объектива. Такая вот бленда. Сам объектив, все в пакетиках, все очень красиво. Вот такой вот потрясающий объектив, просто приятно держать в руках, очень удобное, очень, ну, красиво сделано кольцо фокусировки, у которого есть очень много функций. То есть она включает дисплейчик. Вот, позволяет менять параметры фокусировки, параметры дисплея. Вот. Везде фирменные логотипы Carl Zeiss. Одеваем бленду. Очень волнуюсь. Сами, наверное, видите. Первое впечатление. Вот. Объектив у нас в сборе, вот такая вот красота. Вот хочу подчеркнуть вот эти вот плавные линии перехода. Они сделали просто очень красиво, потрясающе, можно сказать, вот эти вот линии перехода от объектива к бленде. Просто приятно держать в руках. То есть мы еще даже до того, как поставить объектив на камеру, уже держим вот этот вот шедевр в руках. Вот, и хочется побыстрее уже начать снимать. Кстати,
производство объективов в Японии. В Японии. А давайте посмотрим, что еще, кроме объектива, нам приготовил, какие, что входит в комплект поставки Carl Zeiss Batis 85 мм со светосилой 1,8. Вот здесь вот в коробочке есть отдельное отделение для документации. Вот, ну, инструкция по применению на нескольких языках. Все подробно там написано, хотя текста мало. Вот в основном по настройке именно экранчика, по настройке экранчика, что он дает и как этим пользоваться. Ну, об этом мы поговорим в следующем видео. Следите за обновлениями. Вот эта штучка меня вот действительно впечатлила. Как фотографа, как любителя всяких таких интересных вещей. Вот. Здесь это протокол проверки изделия на качество. То есть, финальная экспертиза. Вот. И то есть, здесь описывается, насколько человек ответственный за производство этого объектива. Проверил оптические свойства, диафрагму, автофокус как работает, то есть частота оптики, вот, и упаковку. И он здесь подписался. То есть впечатляет, действительно впечатляет. Вот. Также мы здесь найдем вот такую вот расширенную трехлетнюю гарантию, которую можно зарегистрировать на сайте. И мы получаем дополнительный второй год гарантии. Ну и гарантийный талон, который заполняется. Вот. И сейчас мы посмотрим, как этот объектив смотрится на камере. Мы используем Body Alpha 7R и снимаем 35-й объектив. И устанавливаем Carl Zeiss 85 мм с диафрагмой 1,8. Вот так вот выглядит сетап, то есть из камеры и объектива Batis. Посмотрим, что происходит с экранчиком, когда мы включаем камеру. Оп, загорается надпись Zeiss. Так выглядит объектив в горизонтальном положении. Благодаря дополнительной ручке портретной в горизонтальном положении очень удобно снимать. Довольно-таки быстро фокусируется камера. Даже в контровом свете. Ну и в заключение хотел бы поблагодарить ребят из компании «Цифровой мир», город Казань, благодаря кому в нашем арсенале появился такой великолепный объектив. Подписывайтесь на наш канал «Творческое объединение профессионалов-свадебник», фотограф Андрей Подгорный. Пока-пока! До новых встреч!